Всем привет, друзья! С добрым снежным утром! Вот так смотреть, так у нас такая красота сейчас. Это когда смотреть. Туйку вообще-то завалило. А здесь туйки, о чем говорить? Их не видно, где она та туйка. Здесь метровый сугроб. Ой, друзья, еле-еле откопалась. Еле откопалась. Такое мело вчера. Такое мело. Вот здесь все белым-бело, потому увидеть высоту сугробом очень тяжело, наверное. Утки там у меня до сих пор были. Вот выкопала им траншейку и перегнала сюда, где кроли были. Трое кролей у нас ушло в морозилку, те, которые должны были уйти, самцы. Но такое мело, что понаметало и в клетке, и сюда, все под навесом. Здесь у нас большой навес, под которым жили козы. Ну что эти красавицы? А они мне такое устроили. Они носились как сумасшедшие туда-сюда. Потому что за третьим только разом удалось их загнать. Вот туя такая. Надо то ли взять веником побить метлой, чтоб снег ветки не поломал. Вот такой висит снежище. Эти так у меня и остались. В зиму ушли необрезанные. Будет еще плюсовая. Обрежу. Не будет. Будет еще и весна. Зима как-то пришла нежданно, как всегда, как говорят. И очень быстро. Вот такие у нас сугробы стоят. И кресла не убрали. Их просто некуда убирать. Еще даже не додумалась, куда их убирать. Это место сейчас занято кролями, где кресло должно быть. Люди тоже на улице только начинают откапываться. Вчера, сегодня ветер большой, сильный. Но не метет, хоть снега нет. Но это на один день пообещали. Так, снежок кое-где пролетает. На один день пообещали. Такое. А потом на целую неделю. Сейчас посмотрим, что у нас тут за двором. На целую неделю опять снегопады. Такие кучи я откапывалась. Здесь в палисаднике. Куда хотела, туда мело. И такое было, господи, я думала, вчера не залезу во двор. Но, слава богу, залезла и все откопалось. Такие вот сугробы. Зима в полном ходу, друзья. Соседка тоже откопали. У всех, все пооткапывались. У кого машина, тем больше пришлось поработать. Ну что ж ты, хочешь ездить, нужно поработать. Так что только стихи про зиму остается вспоминать. Зиму про зимушку-красавицу. Хозяйство все накормило. Сейчас поеду, наверное, в Евроопт съезжу. Дела у меня там есть разные такие. Идешь, чавкаешь до сих пор в снегу. И сегодня у меня... Вот это я делала дорожку такую узенькую. Перегнать уток. Да еще и накрыть сено. Уток перегнала, слава богу. Хоть не рыть дальше столько снега, 10 метров лишних. А вот эту клеенку сена у меня занесло аж на душ туда. Я ее стащила и назад закрыла. Ой, там сена там снега полно на сене. Ну, вот такая жизнь деревни.
Жизнь в деревне вот такая, ребята. Зато красиво. Красиво, празднично. Убрала, долго было, убирала снег, чистила. Пороги позаносила все. Но зато приятно глазу посмотреть, ребята. Вот такие дела. Поехала я в Евроопт. Буду одеваться и ехать в Евроопт. Друзья, я вырвалась в Добруш. Собралась в магазин Евроопт, как я уже вам говорила. По дороге наш автобус заходит в поселок Залесье. Это окраина Добруша. Здесь стоят и маленькие домики, и большие двухэтажные, построенные государством для работников, которые работают в сельском хозяйстве. Вот люди получают такое жилье, кто квартиры, кто домики, кто много лет проработал, определенное количество приватизирует их. Или сами живут, или как распоряжаются по своему усмотрению. А люди эти работают на фермах. Животноводческий комплекс у нас такой большой. Вот сейчас мы к нему будем подъезжать, но я издалека сниму. Вот там у нас фермы стоят издалека. Плохо видно, конечно. А тут сразу через поле у нас начинается уже Добруш. Вот. Друзья, я уже в Евроопте. Отключила звук с Евроопта, потому что там играет музыка. И вот так краем уха, краем глаза, как говорится, пробежимся по магазину. Меня удивляют игрушки новогодние. Здесь из года в год одни и те же игрушки. Такое впечатление, что их просто продают оставшиеся из года в год. Сколько не помню себя, сколько здесь одни и те же игрушки. А мы пойдем дальше. Мне нужно чего-то вкусненькое посмотреть. Сейчас посмотрю соки какие-то, пюрешки, что-то вкусное. Хочется чего-то вкусненького посмотреть. Вот такой отдел специально. Разные соки, разные пюрешки. И мясные, и овощные, и фруктовые. Я буду брать фруктовые пюрешки. Вот такие, например. Это не реклама, друзья. Это просто то, что я себе выбираю. Откладываю. Яблочный возьму. Яблочно-банановый. И яблочно. И яблочно. Еще какой-то. Сейчас выберем. И соки, друзья. Мультивитаминный взяла. Здесь он был один. И взяла банан с яблоком. Вот так, друзья. Пошла я дальше. Друзья, еще зашла в поликлинику. Здесь тоже вот такие кучугуры снега. Люди повычищали. Поликлиника, больница. Вот наша больница. Такая большая. Летом здесь красиво. Но лучше сюда никогда не попадать. Вот такая вот сюда не попадать, друзья. Пошла я на автобус. Пойду домой что-то кушать, готовить. Друзья, варю себе на ужин 15 пельменей. И чаёк поставила. Чайник сейчас закипит. Ой, от пара не пойми, что делается в кастрюльке. Вот у меня еще машинка стирает. Короче, работа еще немножко есть. Друзья, вот мои пельмешки сварились. С маслечком паруют горячее. Чаек закипятила, тоже парует. Я сейчас буду садиться ужинать. Машинка моя, я ее временно отключила, чтобы она не тарахтела, пока я сниму.
эту минуту видео. Спасибо, мои хорошие, кто со мной был, кто меня смотрит. Я очень всем благодарна. Кому еще не зашла, мои хорошие, не обижайтесь. У меня очень тяжелая сейчас жизненная ситуация. В видео это никому не нужно, чтобы я что-то рассказывала, да и никто никого не поймет, пока сам не будет в такой ситуации. Мы все живые люди, я ведь все понимаю. И всех обязательно посмотрю, если немножко даже с задержкой, то обязательно пересмотрю, что не досмотрела. Друзья, хочу вам сказать такую, как бы сказать, уже всем известную вещь. Дорожите друг другом, пока вы живы и здоровы. Любите друг друга, цените друг друга, друзья, свою семью, родных, близких, мужей, жен, детей, внуков, правнуков, все, что у вас есть. Иначе это все может, не дай бог, в одну из какой-то секунд оборваться, и ничего этого не станет вдруг. И останется только боль и совесть, которая мы чего-то не сделали в своей жизни. Могли бы сделать, но не сделали. Хочу, мои хорошие, всех поблагодарить, кто меня смотрит. Еще раз подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Очень рада буду новым друзьям, дорожу старыми друзьями. Ставьте пальчик вверх, лайки, лайки, лайки. Пишите комментарии. Ко всем обязательно зайду по комментариям, если даже немножко с опозданием. Всем мира, добра, мои хорошие. Всем крепкого-крепкого здоровья. Это самое главное. Всем, мои хорошие, пока-пока.